Добрый день, уважаемые друзья. Значит, в матче второго круга отборочного этапа теннисного турнира второй категории ТЕ встречаются Алена Фалей, Беларусь, и Александра Добронос, Украина. Время 12 часов 9 минут. Сегодня 27 марта 2016 года. Воскресенье, матч второго круга отборочного этапа турнира второй категории ТЕ Белкантон Кап. Пока что я с вами расстанусь и вернусь через какое-то время.
корт, уважаемые друзья. На корт номер 2. Возвращаюсь на корт номер 2. Значит, и сообщаю вам следующую историю. Первый гейм встречи взяла Александра Добронос, Украина. И подает. Александра подает. Жесткий розыгрыш в исполнении девушек. По месту. Белорусская теннисистка отправляет мяч на вылет в угол. Не было первой задачи, но Алина Фалин, тем не менее, играет очко. Через коридор прострелила Александра по 15 во втором гейме первого сета. Время 12:23. Еще раз напоминаю вам, друзья, что это матч второго круга отборочного этапа турнира второй категории ТЕ, возрастной категории 14 лет и моложе. Турнир называется Welcome to Cup и проходит в городе Минск на базе республиканского центра подготовки к турниру. Ошибается Александра, выполняя отрезанный удар. Ну, чисто вот по ощущениям хочется сказать, что, наверное, с этого удара Александре нужно было атаковать с выходом вперед. Но она, видимо, решила не делать этого. По 30 в гейме. Алина Фалей по Беларуси чувствует немножко себя не в своей тарелке. Ну, это опытная спортсменка. Мы думаем, наверное, что все-таки она вернется в матч. По 30 на подачу украинской спортсменки. Проходит первая подача. И срывает удар Алина, выполняя удар с отскока. Больше на подачу украинской спортсменки. Добивается ошибки Алины. 2-0 повела по геймам Александра Добронос, Украина.
третьем курсе продолжается матч женской квалификации на приеме Диана Лукьянова Россия. Перенемся мы все пока что на их матч. Но здесь на курсе номер 2 пока что на подаче Арины Фолей 0-15. На третьем корте встречаются Диана Лукьянова, Россия. Она на приеме девушка в темно-синей футболке и в розовой цветовой гамме. Девушка Ангелина. Могу ошибаться. Не буду говорить фамилию, не хочу быть неточным. Транскрипция. Ангелина. Пока что меньше. Поступает Ангелина. И Диана Лукьянова пока что ведет на приеме. По гейму в первом сете Лукьянова также ведет. Также ведет со счетом 3-0. Мощный такой удар в исполнении Дианы Лукьяновой. И потом безупречный, укороченный. Укороченный с короткого мяча. Счет, похоже, 15-40 на подачу. На подачу белорусской спортсменки. Ошибается Диана Лукьянова. Выполняю удар с отскока, видимо, очень хотелось закончить уже этот розыгрыш. Ошиблась за боковую линию. Какой розыгрыш интересный, какой интересный розыгрыш. Девочки гоняют себя по всей площадке. Безупречный розыгрыш по красоте. Ошибается по длине спортсменка из Беларуси. И Алена ведет. Алена уступает ей. И пока что 4-0. Диана Лукьянова ведет в первом сете против Ангелины Полуяновой, Беларусь. Диана на подаче. Коварным резаным ударом отвечала белорусская спортсменка, но Диана Лукьянова четко завершила атаку. Вернемся пока на корт. Корт номер 2. Где со счетом 3-0 в первом сете ведет Александра Добронос, Украина. Черт.
Ярмоленко разыграла комбинацию Алина Фалит. Четко по месту на паузе по 15 на подаче Александры. Ошибается на приеме. Достаточно мягкая была подача для Александры. И видимо, не была совсем готова белорусская спортсменка к приему такой мягкой подачи. Она попадает в площадку Александры. Вторым мячом вводит и начинается розыгрыш. Нужно отметить, что такими пластоватыми ударами играет белорусская спортсменка, в то время как Александра придает мячу большее вращение при выполнении ударов со спорта. В это время Ангелина Полуянова демонстрирует более четкий теннис на задней линии и вызывает затруднения для Дианы Лукьяновой. Отскока, а вот приличный, сантиметров 5-10 за заднюю. Подает.
Так, на втором корте Александра Доброносова отдала свою подачу. Но удачно на приеме. Мы пока что перенесемся на корт номер 3.